Жанна Аркадьевна! Жанна Аркадьевна! Жанна! Знаете, я ее в первые дни даже купать боялся. Она такая подвижная. Думал, не дай бог, выскользнет. Раньше хоть альбомы были, теперь это в кармане носит. Она у меня такая красавица. На меня очень похожа, правда? Вырастет, ухажеры появятся. За ней нужен будет глаз да глаз. За всем не усмотришь. Я пыталась контролировать сына. Ничего хорошего из этого не вышло. Добрый вечер. Добрый. Екатерина Алексеевна, у вас телефон недоступен. Я его отключила хоть один вечер спокойно провести. Угощайся, очень вкусный торт. А откуда у вас этот торт? Курьер принес от анонимного поклонника. А где коробка? Ольга, принеси коробку. Дело в том, что вашей подруге Жанне Белозор сегодня привезли точно такой же торт. И с точно такой же запиской. Прощения не будет. Ты разрушила мою жизнь, я разрушу твою. Дурацкая шутка, не попадай. Не надо, не ешь! Обычный черный юмор. Там не хватает в конце одного слова. Я разрушу твою фигуру. Да. Вообще не похоже, она была очень испугана. Пыталась до вас дозвониться, не смогла и позвонила мне. А я что, эксперт по выпечке? Она вечно паникует. Привет. Ну, что у тебя стряслось? Здравствуйте, Шилов. Я набрала не тот номер. У нас все в порядке, да. Ваша подруга мертва. Мы только что прибыли. Никаких следов насилия не обнаружено. Возможно, отравление, так как на месте преступления обнаружен торт и записка с угрозами. Я сейчас приеду. Вам придется впустить меня. Я виновна в смерти Жанны. Ну, после экспертизы паспорт. А, сочувствую вашей утрате. Я так понимаю, это явка с повинной? Рано радуетесь, Шилов. Жанну убила не я. Но, возможно, я могла это предотвратить. Время смерти установлено? Соображайте быстрее, Шилова. Я должна знать, сколько мне осталось. Ну, хорошо. Смерть произошла около 2 часов назад. А что это вы какая-то бледная? Дело в том, что Екатерине Алексеевне прислали точно такой же торт. И она его тоже попробовала. Да. Надо скорую вызвать. Не мельтешите, Шилов. Меня скорее ваша некомпетентность в гроб сведет, нежели все яды мира. Смотрите, торт практически не тронут. Значит, Жанна его не ела, и отравление здесь ни при чем. А вы что, не видите? Тут отсутствуют 2 розочки. Я думаю, Жанна к нему даже не прикасалась. Она сразу испугалась и звонила мне. А розочки мог съесть кто-либо другой. Кто? Убийца? Если бы вы не были так спокойны, я бы подумала, что вы. Вы все прибавляете и прибавляете весе. О!
Это помада Жанны. Вот вам и следы насилия. Ее задушили подушкой. Ну, это можно было бы определить и на вскрытии. Вот, кстати, с каминной полки пропала статуэтка. Приз за лучший литературный дебют. Кто обнаружил тело? Сосед. Там с него снимают показания. Так, вы куда? И вот здесь напишите с моих слов записано верно. И подпишитесь. Пожалуйста. Все, спасибо. Вы свободны. До свидания. Всего доброго. Одну минуту. Вы разбили окно, когда хотели помочь ей? Нет, оно было разбито. Телевизор орет, у меня же дети спят. Но я и заглянул вовнутрь. Спасибо. Значит, стекло разбили раньше. Ну да, например, неделю назад. Но это еще не подтверждает вашу версию об ограблении. Я не высказываю никаких версий. Я просто обращаю ваше внимание на некоторые детали. Например? Например, такая деталь. Жанна была состоятельной женщиной. Ну? И все ценное хранила в сейфе на втором этаже. Ну? Не нукайте, вы его проверяли? Ну. Вот именно. Коршунов, за мной. Минуту, любезный. Вы не замечали, какие отношения были у Жанны с мужем в последнее время? Да мы не очень тесно общались с ними. Юру я видел где-то неделю назад. Жанна сказала, что он в командировке. Спасибо. Ну? Ну что, вы были правы. Сейф пуст, а следов взлома нет. А вы сияете, как медный таз. Вероятно, у вас есть версия. Не хотите похвастаться? Ладно, все-таки вы указали мне на ряд важных моментов. Только предупреждаю, что эта информация закрытая. Дело в том, что в этом районе уже несколько месяцев орудует очень ловкий медвежатник. В наших кругах его называют аккуратный вор. Он грабит женщин после 40. Вынуждена вас огорчить, Шилов. Ваша секретная информация давно известна всем. Насколько я знаю, аккуратный вор проникал в квартиру, когда дома никого не было. Ничего не разбивал. Входил и выходил в дверь. И, конечно, никого не убивал. Ну, Жанна могла войти внезапно и обнаружить его в квартире. Вот все. Не сходится. Почему? Жанна звонила мне и Дарье, когда получила торт. Так, хорошо. Получается так. Он проник, она пришла, он затаился, она стала вам звонить. Он думал, она уйдет, она не ушла. И тут его нервы не выдержали. Мои нервы точно скоро не выдержат. Не хочу ограничивать полет вашего воображения. Спокойной ночи. Вы не считаете это ограблением, но вещи-то украдены? Я думаю, что главной целью преступника было убийство. Пропавшие вещи – это инсценировка, ложный след. Например, кому нужна пропавшая статуэтка? Это крашеная безделушка. Ну, глупость какая-то. Зачем кому-то понадобилось убивать автора безобидных женских романов? Нужно отталкиваться от фактов. Меня, например, беспокоит отсутствие Юры. На вешалке в прихожей все вещи Жанины и Совы, ее то же самое. Это вполне логично. Он же не мог голый уехать в командировку. Милочка, и прихватил с собой все свои любимые шляпы, да? Еще деталь. Возле дома нет машины Юры. Я думаю, у Жанны с мужем произошла серьезная ссора. Нужно срочно найти Юру. Уверен, Шилов этим уже занимается. Да, да, мы звонили ему на работу. Никто ни о какой командировке ничего не слышал. Понимаете, он вообще сейчас в отпуске. И, ну, наверное, я думаю, что не стоит объявлять его в розыск. Он же читает газет, смотрит новости, рано или поздно он объявится. Вообще, извините меня, очень важное совещание. Ай. Работу подвезешь? О, да, да. Конечно, сейчас вот пуговицу. Лишнюю.
Всем привет. Я собрала вас, чтобы сообщить новость. Вчера в своем доме убита наша VIP-клиентка, писательница Жанна Белозор. Моя подруга, но я не собираюсь устраивать гражданскую панихиду. Вы все общались с Жанной на процедурах. Она говорила что-нибудь о своих семейных проблемах. Она ходила ко мне на пилинг, и вообще-то довольно закрытый человек. Таня, тут на днях приходила одна девушка, якобы на маникюр. На самом деле она расспрашивала про Жанну и ее мужа. Оказалось, журналистка пишет статью. Предлагала мне даже деньги за информацию. Я ей объяснила, что у нас здесь не информбюро. Конечно, правильно. Значит, ее обслужили. Должна быть запись. В журнале надо поискать. Не надо искать. Она оставила визитку. На. Нина Черных. Отлично. Вы свободны. Ты позвонишь ей и скажешь, что у тебя есть сенсационная сплетня о Жанне. Ни в коем случае не говори, что она мертва. Информация еще не просочилась в прессу, и это наш козырь. Прямо такая честь в салоне у самой Екатерины Власовой. Может быть, вы мне и ноготки лично подстрижете? Можно, но только вместе с пальцами. Свои трамвайные шуточки оставь при себе. Перейдем к делу. У меня новая информация про Жанну Белозор. Как-то не верится, что вы мне будете открывать ее секреты. Всем известно, что вы лучшие подруги. Вот тебе первый бесплатный факт. Мы больше не подруги. Интересно. Ну, на сенсацию не тянет. Жанна больше не живет с мужем. Старье, я это знала неделю назад. Так, может быть, ты и в контакте с Юрием? Проверим. Где он сейчас живет? Мадам, это не я, а вы предлагали информацию. Только, похоже, я зря трачу время. Сидеть! Все это была присказка. Сказка впереди. Сделаем так. Ты говоришь, где отсиживается Юрий. Если наша информация совпадает, получаешь свою сенсацию. Даю слово. Похоже, вы не блефуете. Ну что ж, окей. Гостиница «Салют» номер 342. А ты, правда, неплохо информирована. Все мы живем. А вы чем ответите? Крепко сидишь? Не упадешь? Я в порядке. Так что у вас? Для начала я взяла тебя на пушку. Я понятия не имела, где находится Юрий. А про развод я предполагала. Спокойно. Слово я свое держу. Жанна мертва. Убита у себя дома вчера вечером. Это правда? К сожалению, правда. Но ты так долго торговала, что новость прокисла. Убийство известной писательницы Жанны Белозор всколыхнуло все культурное сообщество столицы. Из источников, близких к следствию, нам удалось выяснить, что полиция рассматривает версию убийства в результате разбойного нападения. Здравствуй, Катя. Вот был рядом, решил тебе проверить. Привет, ты очень кстати. Ты на машине? Да. Я отпустила Саныча побыть с дочкой. Поехали. Поехали. Да, отличный трюк ты проделала. Ну, послушай, если Юрий причастен к смерти Жанны, он может быть опасен? Не люблю спешить с обвинениями, но Юрий может знать очень важное что-то. А полицию ты предупредила? Вначале надо убедиться, на месте ли клиент. В таком случае я пойду с тобой. Это очень любезно с твоей стороны. Я не очень тебя отвлекаю от дел. Дела подождут. Катя, я только рад хоть немного побыть твоим водителем и охранником. Кстати, почему ты сама не водишь машину? Не умею. 100 раз пыталась научиться, и все как-то не складывалось. Хочешь, я тебе научу? Давай попробуем. Договорились. Хорошо. Ты отлично знаешь, что дело аккуратного вора веду я. Следовательно, если убийство писательницы на нем, это тоже мое дело. Знаешь, тут ошибочка вышла. Убийство имеет приоритет над кражей.
Так что я забираю тебе этого аккуратного вора. Без меня ты закопаешься. Там 5 эпизодов. По каждому вот такая папка. Так что я предлагаю нам вместе работать над обоими делами. Согласен. Излагай. Я сопоставил показания потерпевших. У них очень много общего. Пол, возраст, район проживания, материальное положение. Но отличия тоже есть. Там 2 блондинки, 2 брюнетки, 1 рыженькая. Профессии у всех разные. Ты понимаешь, они соседи. Понимаешь, значит, они пользуются услугами одних и тех же служб. Как то? Стрижка газонов, чистка бассейна, доставка пиццы, уборка, интернет, почта, сантехника и т.д. и т.п. Да я думал об этом. Да. Отличное прикрытие. Приезжаешь на вызов, производишь разведку, изготовляешь, делаешь слепок ключа и потом просто ждешь, пока дамочка уйдет. Ну, ты эту версию отработал? Глухо. Накануне ограбления все 5 обращались в коммунальные службы, но в разные. 2 вызывали телевизионного мастера, у 3 полетел интернет, 4 и 5 неполадки в электрике. 3 разные фирмы и 3 разных мастера. Ну, ты понимаешь, что должна же быть какая-то связь, понимаешь? Связь. Что-то ты нервный какой-то сегодня. Завоишься с полоборота? Я не завожусь. Понимаешь, просто диета проклятая. Видишь ли, дело в том, что хочу немножко вес сбросить. Будешь? Нет. Ну тебе это надо. Зажрались мы тут, в Москве. Кстати, тебе понравится моя идея. Какая еще идея? И, ну, знаешь, пусть сначала шеф одобрит. Да. Хочешь, Юрий? Ах, муж? Ну, где вы его нашли? Так. Так, стоп, подожди, стоп. Никакой самодеятельности. Вообще никаких действий без меня, поняли? Почему ты мне не сказал, что ее убили? Может быть, ты еще что-нибудь от меня скрываешь? Ничего, я клянусь тебе. Я сам только что узнал, что ее убили по ящику. А вы что здесь делаете? Скоро сюда нагрянет полиция. Соберитесь и четко отвечайте на мои вопросы. Где вы были вчера вечером с 8 до 10? Что? Что значит, где я был с 8 до 10? Я был здесь. Вы на что намекаете? Я не люблю намекать. Я говорю прямо. Если вы соберете, я не смогу вам помочь. Это правда. Он был здесь со мной. Это способ добывания информации. Не самый оригинальный. Зато действенный. Хоть и не всем доступен по возрасту. Прекратите ваши эти грязные инсинуации. У нас с Ниной все серьезно. Не какая-нибудь там интрижка. Помолчи. Почему? Почему я должен молчать? Она виновница всех моих бед. Я? Да, вы! Вы, а кто еще? Это ваш салон превратил Жанну в другого человека. У нас была счастливая семья. Она любила меня, она меня уважала. Ее устраивало все. У нас был наш мир, да, маленький, да, тихий, да, спокойный. Но это был наш мир. До тех пор, пока не пришли вы и все не уничтожили. Если этому господину нужна помощь, так скорая медицинская. Она гордилась мной. Она гордилась мной. До тех пор, пока не появилась эта первая книга, ее первая книга, я стал ей мелок. Начались эти бесконечные похождения. У Жанны был роман? Роман. Роман. Вот так вы называете эти... Высокие отношения, да, в дешевом клубе знакомств. Небось, сами адресок ей подкинули. Знаете, кто вы? Вы сводница. Это он серьезно о клубе знакомств? Без комментариев. Так, Юрий Белозор, вы арестованы по подозрению в убийстве вашей жены. У него есть алиби. Алиби – это она о себе. Я думаю, это больше смахивает на сообщницу. Что? Вы тоже арестованы. Да. И сумочку я возьми. Послушайте, я не виновен.
Лучше найдите эту сумасшедшую фанатку-некрофилку. Что за фанатка? Ну, а я откуда знаю, художница какая-то. Присылала нам портреты Жанны, где она в гробу мертвая в саване среди траурных венков. У нас вон в гараже они лежат, эти портреты, если Жанна не выбросила. Давай, давай, давай. Так, надо что? Проверить. Портреты мертвых вписываются по стилю в тематику траурных тортов, зловещих записок. Да ну, чепуха какая-то. Надо проверить все эти торты. 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 Они совершенно безвредны, так что к делу не имеет никакого отношения. Я с тобой согласен, портреты могли быть предупреждением. Но как попасть в гараж без разрешения полиции? Сейчас. Саныч, извини, но придется прервать ненадолго твой выходной. Мне нужна небольшая услуга. Так, внимание. Майор Капустин из следственного отдела выдвинул идею общественно полезного мероприятия, которое будет способствовать сплочению и оздоровлению. Сплочению и оздоровлению нашего коллектива, а также повысит престиж полиции в глазах общественности. Наше управление целиком и полностью примет участие в общегородском благотворительном марафоне. Подождите, какой марафон? У меня важный расследование. Все бросишь, что ли? Шилов, ты давай не увиливай. Марафон – это только начало. А вообще у нас с товарищем генерал-майором очень много разных полезных идей. От имени всех сотрудников хочу выразить благодарность майору Капустину за проявленный энтузиазм. Спасибо. Все, товарищи, все свободны. Хорошо. Здравствуйте. Вам нельзя тут находиться. Пройдите за ограждение. Ой, я все понимаю, но я от подполковника Шилова. Он разрешил взять вещи, которые покойная Жанна одолжила у Екатерины Власовой. Что значит взять? Это вещественные доказательства по делу. Спросите у начальства, я здесь подожду. Шилов никаких распоряжений не давал, так что покиньте объект. Да, вероятно, ошибка какая-то произошла. Извините, я исполнял просто поручение начальства. Извините еще раз. Все сделано. Я посмотрю на фанатских сайтах Жанны, поспрашиваю на форумах. Стиль картин действительно необычный, так что найти автора будет несложно. Угу. Забывай, что сегодня у нас переурок вождения. Помню. Заезжай за мной после работы. Пока. Вы знаете, приходите к нам на семинар. Вы сможете раскрыть свой потенциал. Доченька, мы с тобой сейчас будем преступление раскрывать. Я твой Шерлок, ты мой Ватсон. Договорились? Вот эту красивую тетку сейчас выложим на фанатском форуме. Кто-нибудь да узнает и напишет нам обязательно. Простите, простите, уважаемый. Вижу, вы продвинутый пользователь. Даже на прогулке не расстаетесь со своим девайсом. Да, что? Скажите, а у вас устраивает ваша нынешняя карьера? Только честно. Я не понимаю, к чему это вы спрашиваете. Вы знаете, наш семинар как раз для таких, как вы. Всего за какую-то символическую плату вы сможете раскрыть свой потенциал и стать миллионером. Уже в этом году. Да. Вы только представьте. Замечательно. Спасибо. Удачи. Доченька, извините, жизнь налаживается. О, нам уже пишут. Так, оказывается, это работы Ксю-Арт. Представляешь? Ксю-Арт. Каждый день новую картинку постит. Ну что, что мы с этой Ксю-Арт делаем? Так.
Мы эту QR сейчас запускаем в поисковик. Так. Ссылочка на группу в сети. Так. Группа «Портреты на заказ». Ты представляешь, кто-то такие портреты заказывает? Здравствуйте. Вы Ксения? Здравствуйте, да. Меня зовут Александр. Добрый день. Мне рекомендовали вас как хорошего портретиста. Супер. А кто рекомендовал? Жанна Белозор, писательница. Круто. Я обожаю ее романы. А вы знаете, что она умерла? Слышала. Только это чепуха. Такие люди, как Жанна, не умирают. Они переходят в иную фазу. Вот как интересно. А вы не встречались с ней перед тем, как она перешла в эту фазу? Мы были очень близки. Мы общались с ней на другом уровне, как две творческие натуры. Но лично не встречались? Нет, зачем? Я писала ей портреты, отправляла по почте. Однажды она мне даже на телефон позвонила. Да? И что сказала? Ну, сначала кричала, грозилась полицией. Потом мы разговорились, подружились. Она делилась со мной всем, и я с ней. Скажите, Ксения, а Жанна ничего не рассказывала вам о клубе знакомств? Нет, это я и рассказывала. Такие люди, как Жанна, они очень одиноки. Поэтому я порекомендовала ей клуб «Второе дыхание». Кстати, ваш портрет готов. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, вы сделали правильный выбор. Проходите. В нашем клубе мы подберем вам идеальную пару в соответствии с вашими желаниями. Пару. Где вы были 20 лет назад? Мне не нужна уже пара. Я женат и счастлив. Очень. Дело в том, что я расследую дело об убийстве вашей клиентки Жанны Белозор. Да-да, печальная история. Вы знаете, Жанна была для нас не просто клиентом. Она была лицом нашего клуба. Я понимаю. Знаете, мне хотелось бы узнать, с кем из мужчин она ходила на свидание. Вдруг у кого-то из них был с ней конфликт. Прошу прощения, но без ордера мы не можем вам разглашать данные клиентов. Так, подождите. Она мертва. И раскрытие каких-либо тайн ей уже не угрожает. Конечно. Личные данные Жанны мы можем вам предоставить. Адрес... Контактный телефон, рост, вес, пол, объем груди и бедер. Вы знаете, вот вес, объем я могу узнать и у патологоанатома. Ну, данные других клиентов мы не разглашаем. Я настаиваю. Мне нужны списки этих мужчин, с которыми она встречалась. Боюсь, я не смогу вам помочь. Правильно делайте, что боитесь. Знаете, я не в конфетном киоске работаю. Сердечно за вас рада. Не хочу. Всего доброго. Ну вот, здесь нам никто не помешает. Так, вот правая педаль газ, а левая тормоз. Плавно отпускаем тормоз, и машина трогается. Папа, вы. Вот. Я не думал, что так просто. Автоматическая коробка все упрощает. Только две педали и... Ну, давай порулим. Отпускаем тормоз. Не забывай включить поворотник. Фу-фу-фу-фу-фу. Прости, не могу сосредоточиться. Этот человек ничего не может сделать сам. Ну ничего, мы ему поможем. Как продвигается расследование? От Юрия ничего нового. Он с журналисткой всю ночь в номере шампанское глушили. Это подтверждают работники отеля. Пришлось обоих их отпустить. Ну да. А как зацепка с картинами? Ну, Саныч нашел художницу, но она не причастна. Правда, вывела нас на клуб знакомств «Второе дыхание». Шилов был там, ничего не добился. Он по-прежнему считает, что Жанну убил аккуратный вор, и что земля плоская, и луна вращается вокруг солнца. Тупой.
Мне кажется, тебе стоит на время забыть обо всем этом. Пусть полиция занимается своим делом. Халтурщики. А теперь давай слегка добавим газу. Правая педаль. Тише! Тормозит левая! Прости. Извини, извини. Ян! Что с вами? Небольшой несчастный случай. Опять вы втянули Яна в какую-то опасную авантюру. Ну, собственно-то, я ее втянул. А вам-то что не спится? Да вот, испекла пирог. Решила угостить, пока свеженький. Ольга! Ну и кого вы преследуете на этот раз? Убийц. Жанны Белозор. Утром Катя нашла логово подозреваемых. Но у них оказалось алиби. Очень увлекательно. Но не проще ли довериться полиции? Терпеть не могу халтуры. Всего-то надо было проверить один клуб. Но, видите ли, у них оснований для ордера нет. А что за клуб? Клуб называется «Второе дыхание». О, я о них слышала. Там одинокие состоятельные женщины находят себе спутников жизни. Стоит только заполнить анкету. Я воспользуюсь вашим ноутбуком. Так. Угу. Вот их сайт. О, одинокие богатые женщины. Жертвами аккуратного вора всегда становятся именно они. Эта анкета – отличный предлог для сбора данных. Смотри, Ян, здесь есть все необходимое для подготовки кражи. Адрес, увлечения, распорядок дня. Да. Значит, ты тоже думаешь, что Жанну убил аккуратный вор? Слишком много совпадений. Но Шилов без ордера шагу не сможет ступить. Ну, он-то, может, и не может. А вы знаете, как к ним подобраться? Может быть. Я полна сюрпризов. А вот и пирог. Угощайтесь. Благодарю. Конечно. Не понял. Вы как вообще сюда прошли? Баринов разрешил мне ознакомиться с материалами по аккуратному вору. А вам же это неинтересно. Вы же считаете, что это не его работа. В их анкете есть вся информация, нужная аккуратному вору. Возможно, через клуб он и получает наводку. Очень интересная идея. Только зачем сотруднику клубу воровать у своих же клиентов? Они и так на них наживаются. Нужно снова связаться с жертвами ограбления и выяснить, были ли они клиентками второго дыхания? Так, знаете, ваши подсказки мне совершенно не нужны. Прошу, покиньте мой кабинет. Что это такое? Возьмите. Следователь Шилов беспокоит. Скажите, пожалуйста, вы искали себе пару в клубе «Второе дыхание»? Нет? Даже не слыхали о таком? Спасибо, понятно. Стартап, доченька, это компания с короткой историей деятельности. Термин впервые появился в 1976 году. Какие у нас страшные сказки папа читает. Ничего страшного в этом нет, Рита. Я задумался о будущем. Я серьезно. У меня 3 высших образования, а я работаю водителем. Здесь пишут все правильно. Никогда не поздно начинать собственный бизнес. Надо создавать имя. Саш, я уверена абсолютно, что тебе многое дано. Но просто почему-то мне кажется, что бизнес именно это не твое. Надо попробовать. Ты? Ну как ты думаешь, она будет гордиться мной, когда вырастет? Ты будешь гордиться.
Ты гордиться будешь? К тому же деньги никогда не помешают. А если вдруг она захочет учиться за границей? Где взять денег? Кто будет платить? Ну, пока папа почитает тебе корочку ряба, а потом мы решим, из каких средств мы будем оплачивать твою заграничную учебу. Все, я быстро. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Ой. Дачуш, ну что ты? Лилия Павловна, я просмотрела вашу анкету. Вы наш классический клиент. Мы вам поможем. А как скоро можно ждать результатов? Я думаю, мы подберем вам вариант в течение суток. Прекрасно. Вызывали? Нужно вызвать электрика. У нас на ресепшене свет мигает. После того, как уволился Миша, у нас некому даже лампочку вернуть. Татьяна пыталась наладить телевизор, все каналы сбила. Постой. Одинокие немолодые женщины не умеют менять лампочки, налаживать телевизор. Если что-то портится, они вызывают мастера, так? А что, если вор специально что-то ломает, а потом сам же приходит по вызову? Нет, что-то не сходится. Мастера-то из разных фирм. Кто им мешает объединиться в банду? Если бы все время ломался телевизор, то наш недалекий Шилов понял бы, в чем дело. Нет, они не используют один способ больше двух раз. У первых двух полетела электрика. У вторых двух – телевизионная антенна. А у еще одной полетел Wi-Fi. Что из этого следует? Наверное, что у следующей жертвы тоже полетит Wi-Fi. О! О, рада вас видеть, Ян. Вы мне утром звонили насчет проблем с интернетом? А, ничего, я вызвала мастера, он уже все починил. А, быстро говорите, где у вас роутер? Вот там, на стене. Свежая скрутка. Кусок кабеля разрезали, а потом соединили снова. Чек остался? Здесь сказано про восстановление сбитых настроев Wi-Fi. Про повреждение кабеля ни слова. Так, простите, я сейчас. Скоро исправят, электрик здесь уже. А чё кислая такая? Со спортсменом своим поссорилась? Я с ним окончательно порвать решила. Ну и правильно, давно пора. Сама говорила, что он тебе не подходит. А может, я слишком требовательна к мужчине? Ну и верно. Мужиков надо выбирать, как породистых щенков. Тогда точно знаешь, что ожидать от них в будущем. Вот если ты ожидаешь встретить своего мужа в ночном клубе, то не жди, что она кажется домоседом. Да мне особо и встретить-то негде нормального парня. Я же никуда особо не хожу. Да? А про сайт знакомств мы не слыхали? Ой, нет. Слушай, ты у нас такая продвинутая. Дай телефон. Thank you.
О! Смотри, секунды не прошло, как постучался уже один. Симпатичный. Борис зовут. Нет, я так не могу. Нет. Я его не знаю, что... Нет. Ну и узнаешь. На, держи, не понравится, другого найдем. О, быстро работает. Угу. Хватило другого визита во второе дыхание. Они уже тут как тут. То есть они уже были в доме? Конечно. Она сама их впустила. Нет, смотрите, неувязочка получается. То есть, по вашей логике, они не использовали один вид поломки больше двух раз. Но не забывайте про Жанну. Тогда что следует? Значит, у нее должен был вырубиться интернет, а у Лили полна электрика. Я по-прежнему считаю, что кража не имеет отношения к смерти Жанны. Но оставим это на потом, этот спор. Главное – поймать аккуратного вора. Ну, допустим. Так, под подозрением три сотрудника разных сервисов. Я что, должен брать всех, кто производил ремонтные работы накануне кражи, и доказывать, что они банда? Бесполезно. Они признают, что знакомы, ходят вместе на рыбалку. В этом смысл командной игры. А я... надо брать с поличным. Я как бы случайно проговорилась одному из них, что этим вечером иду в театр. Думаю, воры нанесут удар сегодня. Отойдите от окна. Если вас увидят, всей засаде конец. Не дергаться. Попались, голубчики. Уводите. Кажется, мой план сработал. Катя, ты невероятна. За ними полгода гоняла вся местная полиция. Ой, смотрите, вы испачкались.
Ты хотел меня прикрыть собой? У тебя все в порядке? Да. Я ждал, мне придется вас обоих отскребать от асфальта. Извините, что лишили вас такой радости. Знаете что, я поеду допрашивать бандитов, а вам советую отдохнуть от ваших подвигов. Я с вами. Мы же сделали это вместе. Да, Лилия Павловна, вам придется проехать с нами для дачи показаний. Как потерпевший. Прошу. Ну что, Леша, 6 краж, убийство с отвечающими, лет 15 осветка. Я никого не убивал. Сидеть. Значит, ты со своим подельником совершил зверское убийство Жанны Белозор, когда она вас застала в своем доме, первая попытка ограбления. Все не так было. Да, мы действительно хотели обнести этот дом. Я даже обрезал кабель писательницы. Сёма ждал, пока она позвонит провайдеру, чтобы тот пришел отремонтировать. Но она так и не позвонила. Интернет в доме, Лёша, прекрасно работает. Может, ты не тот кабель перерезал, а? Нет, я все сделал четко. Я не знаю, чего у них там не срослось. Мы никого не хотели убивать. Это вообще не наши методы. Вот какое дело. Твой подельник Лёша признался в убийстве Жанны Белозор. Значит, его пытали? Меня что, тоже будете пытать, да? Это незаконно, я требую адвоката. Какой, ну что-то ерунду какой. Давай, рассказывай, как дело было. Да не было дела. Леха обрубил кабель, я сидел до вечера, ждал вызова, а потом Ярик дал отбой. Понимаешь, Жанна была дома. Она постоянно держит связь с своими редакторами по электронной почте. Так что она не могла не заметить, что интернет не работает. Так ей этот мужик помог кабель починить. Какой мужик? А я знаю, я его не видел. У Ярика спросите, он за домом следил. Ты, видимо, главарь, наверное. Потому что твои на тебя убийство это вешают. Да врут, гады! Я всегда только на стреме стоял. Я вам все скажу, мамой клянусь. Так, маму не трогай. Давай, расскажи, кто починил Жанне интернет? Только мужик в сером костюме, в шляпе, пакетик в руках держал. Писательница ему сама дверь открыла, но испугалась. Так, стоп. Чего она испугалась? Да не знаю я, не слышно мне было. Мужик этот кричать стал, пакетиком в лицо тыкать. Потом они в дом зашли. Вернулись где-то часа через два. Мужик этот пакетик в контейнер выкинул. Покопался в щитке с проводами. Они сели на машину Жанны и уехали. Так, подожди, куда он, говоришь, пакетик выкинул? В мусорный контейнер. Товарищ следователь. Вы... Гражданин. Гражданин следователь, вы любые вопросы задавайте. Я готов сотрудничать. Вы это в протоколе пометьте. Благодарю. А ловко ты его подрезала. Кажется, мои уроки не прошли даром. Перестань хвастаться. Ну, конечно. Все в сборе. Я заскочила к вам узнать, как вы себя чувствуете. А вы здесь, оказывается? Ну уж, если вы пришли, расскажите, что выяснила полиция. Ну, кажется, они уже не уверены, что Жанну убили именно воры. Это было не так ясно. Они бы не стали разбивать стекло, лакомиться тортом во время кражи. В общем, Шилов хочет найти мужчину, который починил Жанне интернет. Я думаю, это и есть тот самый таинственный любовник, о котором говорил муж Жанны. Она подцепила его во втором дыхании. Ян, сумку. Шилов. Сделайте хоть одну умную вещь. Если кто-то починил Жанне интернет, значит, на щитке остались отпечатки пальцев. Пошлите туда криминалиста. Что вы тут делаете? Ничего, я слежу за тем, чтобы ничего не стянули. Это теперь мой дом, я единственный наследник. У вас есть мотив? Не передергивайте. Такой мотив есть у любой семейной пары. Однако в государстве еще есть население. Хорошо. Два вопроса. Вы сказали, что Жанна нашла вам замену. О ком конкретно шла речь? Откуда я знаю? Я же его видел. Я его в глаза не видел. Кого-нибудь
светский хлыщ из вашего круга. Они познакомились в клубе? А где еще? Послушайте, Жанна сама виновата в своей смерти. Связалась с каким-то маньяком. Приперся к ней домой с этим кокосовым тортом. Тортом. Втерся в доверие, обокрал ее, потом убил. Ладно. А вы что, все никак не уйметесь? Слушайте, поезжайте уже в вашу парикмахерскую. Сначала скажите, что ваши люди ищут в помойке? Дело в том, что гость, который приходил к Жанне в день убийства, выкинул туда пакет. Что? Что вы там нашли? Если мои отпечатки, то это ничего не значит. Я жил здесь, в этом доме, 10 лет. Успокойтесь. А я спокоен. Я абсолютно спокоен. Дело в том, что у того, кто оставил отпечатки, у него порез на большом пальце. Вам удалось связать воров с клубом «Второе дыхание». Наводки на кражи шли оттуда. Знаете, этот клуб здесь совершенно ни при чем. Жертвы последней кражи вообще даже не слышали про это ваше «Второе дыхание». То есть вы спросили уважаемых дам, не ищут ли они себе любовников в клубе знакомства, если нет. Знаете, ваша насмешка меня уже не трогает. Допросите еще раз воров. Скажите, что взяли наводчика. Я обязательно это сделаю, когда вы уже уберетесь отсюда вашим кремам, шампуням. Что вы там увидели? Бахилы, использованные на сиденье. Ну что, может, она в них к доктору ходила? Доктора, к которым обращаются дамы уровня Жанны, медицинская элита. Они работают в клиниках, где не надевают бахилы. Ну, откуда же тогда эти бахилы? Думайте, Шилов. Жанна могла навестить кого-то в обычной больнице. Вот анкеты потенциальных кандидатов, совместимых с вами. Могу я взять их домой? Хотелось бы ознакомиться детально. Разумеется. Конечно, кандидаты остаются анонимными, пока вы не сделаете свой выбор. Но фото предлагаются сразу. Ой, не терпится взглянуть. Также нашим новым клиентам мы предлагаем пробник омолаживающего средства «Второе дыхание». Это наш фирменный продукт, рекомендованный лучшими косметологами Москвы. О-о! Да, средства очень эффективные. Вы увидите результат буквально через неделю. И потом сможете купить полный курс препарата по льготной цене. Шампанского? Да. Думаете, как мы на вас вышли? Мы взяли вашего информатора в клубе «Второе дыхание». А Лилия Павловна, которую вы хотели ограбить, это наш сотрудник под прикрытием. И мы считаем, что этот ваш информатор совершил убийство Жанны Белозор. И он все хочет свалить на вас. Ничего у него не выйдет. Заткнись. Ну, ладно. Я думаю, он сможет отмазаться, а вот вам придется очень долго где-нибудь на севере косить 100-метровую вечно зеленую траву. Ну, Виталик, ну, гаденыш. Так, так, так. Ерик, давай. Сказал А, говори Б. Молчи. Шш. Все наводки нам давал мой племянник Виталий Глущенко. Он работает сисадмином в клубе «Второе дыхание». Воры сдали своего информатора, так что можно брать ордер и разрабатывать этот клуб. У меня тоже есть кое-что. Мы прокатали пальчики этого мужика с пакетом. Никаких совпадений. Получается, у тебя нет никакого кое-что. Капустин, пожалуйста, запомни, что список любовников Жанны – вот-вот ключ к убийце. Я торчу здесь уже 10 минут, по вашей милости. Зачем вызывали? Вы знаете, нужно прояснить некоторые обстоятельства. Дело в том, что мы обнаружили пакет, который неизвестный гость Жанны выбросил в мусорный бак. И вот что мы там обнаружили. Да, мы сняли отпечатки. Кому они принадлежат, мы не знаем. Зато мы прекрасно знаем, кто изображен на вот этом буклете. Это что такое?
Я никому не давал разрешения использовать себя в рекламных целях. А еще вор Ярик сообщил, что ссора Жанны и ее любовника произошла именно из-за этих таблеток. Дайте мне это, я разберусь. Нет, нет, вы что? Нельзя, что вы? А... Это вещдок. Повторяю, где ваш системный администратор? Вот. Гражданин Глущенко, вы арестованы по обвинению в организации серии краж. Да объясните, наконец, что здесь происходит? Объясняю. Данный субъект входил в банду аккуратных воров, снабжая подельников секретной информацией клиента клуба, о которых вы так печетесь. Мерзавец. Да. Знаете, а я бы его похвалил. Ведь если бы не он, вы вообще долго нам морочили голову и скрывали бы важнейшую информацию. Вы хотели орден? Пожалуйста. А, вот так. Берите. Дарья. Да? Это безобразие. Я за полгода записывалась на пластику носа. Сегодня прихожу к вам, а операцию отменили. Я буду искать другой салон. А, подождите, наш салон приносит свои глубочайшие извинения за причиненные неудобства. Но дело в том, что это не отмена операции ни в коем случае. Это всего лишь ее перенос. Вот Екатерина Алексеевна как раз сейчас занимается подбором кандидатов на эту должность. Так что уже завтра будет новый хирург, который вас с удовольствием примет. Я подумаю. Да? Алло, Дашенька? Что-то я не могу дозвониться до Екатерины Алексеевны. Лилия Павловна, вы перезвоните через полчаса, она вам обязательно ответит. Нет, не надо. Передайте, что я очень переживаю за нее. Видно, дела идут совсем плохо, если она опустилась до рекламы сомнительных средств. Каких еще сомнительных средств? Сейчас курьер привезет вам образец, который случайно попал ко мне в руки. Хорошо, будем ждать. Спасибо. Скажите, что вас не устраивает на прежнем месте работы? Ну... Извините, что помешала, но мне кажется, это важно. То же самое Шилов находил в контейнере рядом с домом Жанны. Угу. Явные мошенники используют ваш образ без вашего разрешения. Ну, с ними я разберусь. Дело не в этом. На фотографии я и Жанна. Торты с угрозами приносили нам обеим. Затем к ней заявился этот тип в шляпе и возмущенно тряс пилюлями. Явно с ними что-то не так. О, хорошо, что вы еще здесь. Кажется, у вас, среди прочего, степень по фармакологии. Взгляните на это. Состав препарата на этикетке. Вам нужна лупа? У меня абсолютное зрение, а также обоняние и слух. Ничего экстраординарного. Обычный БАД. Трава? Это может нанести вред здоровью? Ни вреда, ни особой пользы. Ну, правда, есть противопоказания. Какие именно? Разные. Грудной возраст пациента, острая сердечная недостаточность, тяжелая травма мозга, поздняя беременность в последнем триместре. Спасибо. Вы очень помогли. Ты можешь идти. Вы тоже. Так я принят на работу? Нет. У вас отличные рекомендации. 8 штук за последний год. Впечатляет, но мне нужен сотрудник на постоянное место работы. А не Летун. До свидания. Вас проводить? Пожалуйста. Я получил данные из клуба. Так, и что? Ничего. Для Жанны подобрали 6 претендентов. Она всем отказала. Проверили, какая. Слушай, а может, кто-то из этих отверженных на нее разозлился просто? Да она с ними даже не встречалась. Она просто получала анкеты, изучала их, и потом отказывалась. Значит, Жанну не мог убить кавалер, которого она подцепила в этом втором дыхании.
Значит, ты человек в шляпе не оттуда. Откуда? Капусту будешь? Я не ем сено. Новости об аресте Виталия всплывут в прессе. Мы давали клиентам гарантию конфиденциальности. Валю все на полицию. Раздай скидки. Обещай, что этого больше никогда не повторится. Так. Анжена. Катя. Мне казалось, тебя больше не интересует мужчина. Твой список альфонцев не особо. Я вижу, ты сменила профиль. Да. 10 лет назад кто-то уничтожил мой бизнес. Ты не помнишь, кто? Не помню. А, просто я купила твой жалкий салон. Ну, если ты о средстве, то все экспертизы произведены. У меня патент. Мне наплевать. Торгуй хоть стряхнином. Но при чем тут наше фото с Жанной? Жанна подписала договор и забрала твой экземпляр с собой и обещала все уладить. Мне Жанна ничего не сказала. А знаешь, я бы поставляла тебе средства в салон. Без нагруток. Я бы отказалась. Средства вредны для беременных в последнем триместре. Тогда и велосипеды надо запретить. Они тоже не полезны в последнем триместре. Я вижу, ты занервничала. Говори прямо. Кто-то пострадал? Знаешь, я сегодня так занята. Давай мы с тобой поговорим завтра, и я тебе все пришлю. Я подам на тебя в суд за неправомерную рекламу. Угу. Жанна звонила и сказала, что от таблеток пострадала одна женщина. Ее муж явился к ней из-за этих портретов в буклете. Он сюда тоже явился. Я предлагала ему компенсацию, не унимался, кричал, что его жена в больнице. Адрес больницы. Вы в порядке? Да, спасибо. Извините, я спешу. Видимо, уже нет. Вы Дарья? Вы, видимо, Борис. Да. Я не узнала вас на фотографии, вы другой. Ну, надеюсь, это не критично? Нет, совсем нет. У вас очень красивая блузка. Спасибо. К сожалению, была. Не волнуйтесь. Вот, накиньте, пожалуйста. Вы знаете, здесь есть неподалеку отличный бутик. Я бы хотел компенсировать ущерб, ведь именно ко мне вы так спешили. Ну, как-то неудобно. Ну, мне бы было это приятно. Ну, хорошо. Прошу вас, проходите. Спасибо. Давайте возьму зонт. Можно я возьму вас под ручку? Спасибо. Аккуратно. К истории с таблетками я не причастна. Мое фото поместили в буклет без моего ведома. Я об этом узнала только сегодня. И намерена принять самые строгие меры. Мне 45. Я уже совсем потеряла надежду на личное счастье. И тут они помогли мне найти Сергея. Дальше все было как в сказке про Золушку. А потом часы пробили полночь. Здравствуйте. Я сразу узнал вас. Это мой муж, Сергей. Он прекрасно готовит. У нас семейный бизнес, маленькая кондитерская. Спасибо за торт, милый.
Но мне же еще нельзя. Это для доктора. Вы пока поговорите, я подожду в коридоре. Я уже ухожу. У меня к вам простой вопрос. Жанну убили вы? Нет. Зачем? Она была первой, кто со мной нормально поговорил. Жанна проявила искреннее участие и навестила Машу в больнице. Я об этом догадалась, поплохело в машине Жанны. Жанна говорила, что она испытывает чувство вины за все. Ведь ее портрет был на этом снадобье. Да, она обещала добиться запрета на лекарства. И подарила мне на память свою рукопись. Я же ее фанатка. Меня смущает один факт. Если вы простили Жанну, зачем послали торт? Я ничего не посылал. Позвольте посмотреть? Да, конечно. Хотите попробовать? Благодарю, в другой раз. Я дам вам совет. Езжайте сейчас в полицию и расскажите все, что вы мне сказали. Если они найдут вас сами, будет очень плохо. Хорошо, но я не знал, что меня ищут. Вы не можете одолжить рукопись, неизданный роман Жанны? Он ведь еще у вас? Да, но только это не совсем рукопись. Текст в электронном виде. Вот. Благодарю. А, у меня к вам вопрос. Скажите, а почему вы выбрали приложение для знакомств? Ведь я уверен, что отбоя от кавалеров у вас нет. Да ладно, перестаньте. Ой, извините, пожалуйста. Ну не волнуйтесь, эти брюки мне велики, и я люблю яркие цвета. Я сейчас... Куда? Да, я сейчас приду. Сейчас. Так и было. Не совсем. Вы решили отомстить за жену, втерлись в доверие к Жанне, проникли в ее дом и задушили ее подушкой, а потом инсценировали ограбление. Бред, ну я ж только что все объяснил. А торт? Мы пройдем экспертизу, докажем, что он был изготовлен в вашей кондитерской. А торт мог заказать кто угодно. Мы же принимаем заказы в интернете. Дизайн изделия по эскизу заказчика. Ловко ты заметаешь следы, оборотень. Майор, можете одну минуточку? Капустин, ты что комиссаришь, а? У нас прямых улик нет. Он, по-моему, правду говорит. Есть отпечаток пальца на щитке. Словесный портрет Ярика. Мотив и возможность доказаны. Этого хватит, чтобы арестовать его. Да, настоящий убийца будет на свободе ходить? Ты слабак, Шилов. Ты сдаешь позиции, а я не намерен. Я сейчас пойду и дожму этого субъекта. Так, стоять. Туда не пойдешь. Мы дело вдвоем ведем. С этого момента нет. Я сейчас пойду к шефу и доложу ему, что мы поймали убийцу, а ты... Вставляешь палки в колеса. Иди. Ты схватываешь на лету. Второй урок, и ты уже самостоятельно наехала весь поселок. Завтра попробуем выбраться в город. Наконец-то я вас дождалась. Пойдемте скорее. По поводу убийства Жанны у меня родилась новая идея. Еще одни преждевременные роды. Вы тоже принимали средства из клуба «Второе дыхание»? Так и есть. Давай, Шиф, быстрее. Ты же не хочешь последним прийти на марафоне? Давай. Я знаешь, чего хочу? Я хочу бутерброд с колбасой. Я устал от здорового образа жизни. Но ты же сам все это затеял. Нет, марафон это не я, а это Капустин.
А по-моему, это неплохо. Ты целыми днями просиживаешь в своем затхлом кабинете, перелистываешь бесполезные бумажки. Да, кто ж тогда преступник-то ловит, а? Екатерина Власова. Ай, все. Олег, ты куда? В переменную. Ничего другого к чаю нет. Наша Лилия Павловна занялась расследованием вместо хорошей выпечки. Мне кажется, в подсохшем виде он будет еще вкуснее. А вот мне кажется, что мы постоянно упускаем из вида одну деталь. Мы ищем злодея, убившего Жанну, но забываем о ней самой. А посмотрите, сколько всего на нее свалилось. Развод с мужем, скандал с лекарством, испорченный интернет, торт этот ужасный, траурный. Не мудрено было впасть в депрессию. Ваша новая версия не ясна. Жанна покончила с собой, удавившись собственной подушкой. Ну, при некоторой сноровке это возможно. Странная рукопись. Раньше Жанна такого не писала. О чем роман? Это автобиография, но очень откровенная. Не думаю, чтобы Юле понравилось то, что здесь написано. Она пишет о том, что она пережила, находясь рядом с этим человеком. А что, не дурно. Глазурь очень мягкая, чувствуется лакрица и мед. Розочки просто бесподобные. Этот кокосовый вкус... Что вы сказали? Точно. Вкус кокоса. Я забыла. Юра говорил, что маньяк втерся в доверие к Жанне и пришел с кокосовым тортом. Но откуда же он узнал? Нет, этого он знать не мог. Жанну убили через час после доставки торта. Когда ее обнаружили, на торте не хватало двух розочек. Но Жанна торт не ела. Значит, Юра пробовал торт? Но его же там не было. У него алиби. Да. Это беспардонная журналистка. Доброе утро, можно? А, да, Саныч, заходи, садись. Власова мне звонила, я все уже знаю. Давай, у меня какие два вопроса. Как нам быть с алиби, как мы все это докажем? Алиби надо проверить. И есть идея, как. Доказательства получим в процессе. Главное, что мотив совершенно железный. Если бы Жанна издала книгу, то для Юрия это закончилось бы небом в клеточку. При условии, конечно, что она пишет правду. Вот я, честно говоря, занялся об этим Юрием. Еще вопрос. Да. Что с Сергеем? Екатерина Алексеевна очень сильно о нем беспокоится. Ну, с Сергеем пока тоже не важно. Понимаешь, Капустин давит на него, стряпает на него дело. Я вообще не понимаю, зачем ему убивать Жанну? Книгу ведь все равно издадут. Ну, книгу еще даже редактор не читал. Хотя все знают, что она почти написана. Так, давай, рассказывай, что вы там решили с алиби. Значит так. Ночь убийства. Юра был с вами до утра? Никуда не отлучался? Нет. Вместе заснули, вместе проснулись. И кое-что посередине. Но это уже детям до 16. Хотя, если вам интересно, вам ведь уже есть 16. Перестань валять дурочку. Зачем ты его покрываешь? Ты что, помогала душить мою лучшую подругу? Нет, конечно. Мы действительно были вместе. В нем что-то есть, и он ни в чем себе не отказывает. Пили много? Что? Шампанское. В основном я.
Настроение было нулевое. Мы легли спать, проснулись утром вместе. Он фармацевт. Он тебя накачал, детка. А вот чем? Выясним скоро. И что же он, по-вашему, делал ночью? Он съездил домой, убил жену, инсценировал ограбление и стер новый роман Жанны на ее компьютере. А потом вернулся ко мне. Не верю. Саныч, вези ее на анализ. Прошу. Да, да. Товарищ генерал, давайте подождем с выдвижением обвинения в адрес Сергея Комарова, потому что все улики против него косвенные. Скоро придут результаты анализов журналистки. Даже если Юрий и усыпил Нину, как мы сможем доказать, что он ездил именно к своей жене? А кто тогда стер рукопись в компьютере? Фанат. Фанат бы спер, а не стер. Фанат бы стер, а не спер. Зачем ему переть всякое фуфло? Так. Обе ваши версии ничем не подкреплены. Это просто догадки. Но знаете, его подозреваемый, чья вина не доказана. Чуть сидит за решеткой, а мы гуляем на свободе. А мы его посадим. Шеф, доверьте мне это дело, я не подведу. Давайте, давайте. Ничего, когда Власова найдет настоящего убийцу, мы все будем в очень неловком положении. Я вижу, вы полностью разделяете версию Власовой. Это мешает объективному расследованию. С этой минуты вы отстранены от дела. Что, Саныч, как называется? А, да, это сильный транквилизатор. Вырубает наповал. Только, Саныч, поздно. Меня шеф отстранил от ведения дела. Да, пока. Спасибо. Шилов не может задержать Юрия. Его Шилова отстранили. Дело передали Капустину. Есть одна возможность вывести Юрия на чистую воду. Но мне понадобится ваша помощь. Ну, я согласна и дальше вам помогать. Отличный выйдет репортаж об убийце, что называется, из первых уст. Видишь, сережки? Плетеное золото с крупными бриллиантами. Я знаю ювелира, который их сделал. И что? Ты звонишь Юрию и назначаешь встречу. Саныч, ты связываешься с Шиловым и сообщаешь место их рандеву. А я пока приготовлю приманку. Сомнительный план. К тому же мы ставим под угрозу гражданское лицо. Она сама вызвалась. К тому же вы отстранены. Так что дышите глубже. Вы под прикрытием. Кто ж меня прикрывает? Я. Знакома? Это Сережка Жан. Не понимаю, о чем речь? Все ты понимаешь. Я была в полиции. Там работают одни мужчины, а у меня к ним есть подход. Свободная женщина. Ну, валяй. Я покопалась в деле об убийстве твоей жены. Хотела найти горячий материал для статьи и кое-что нашла. Убийца забрал драгоценности из сейфа Жанны. А потом я нахожу вот эту сережку у тебя в машине. Сначала хотела забрать себе, подумала, мало ли кого-то, кроме меня, катаешь. Ты свободный мужчина, валяй. А потом я нахожу вот эту фотографию. Я могу дотронуться? И что, эта сережка могла проваляться в машине 100 лет. Жанна свободная женщина. Да.
Жанна не могла обронить сережку, если только ее с ухом не оторвали. Замочек цел и закрыт. И взяли тут меня сомнения. А чего это я так крепко спала в ночь убийства Жанны? Сдала кровь. А там транквилизаторов больше, чем самой крови. Как же так, милый? Что ты хочешь? Четверть ее стекляшек. Они мне очень к лицу. Ну, как ты понимаешь, я их с собой не ношу. Придется прокатиться. На всякий случай, если ты захочешь убить и меня, я записала наш разговор на диктофон. Запись в облаке. И если через 2 часа я ее не сотру, она попадет к Власовой. Ну, ладно. Давай прокатимся. Мне это не нравится. Он ее придушит и сотрет запись. Поехали. Что, взяв эти вещи, ты станешь соучастницей преступления. Меня это не волнует. А для тебя это гарантия, что я тебя не сдам. Чёрт! Что убьёт её? Не убьёт. Он меня боится. Ты можешь выбрать себе что-нибудь одно. Не понял. А нет, вот это. На память. Стоп, стоп, стоп. Мы договорились, что ты возьмешь себе четверть. Я тебя обманула. Мне нужно все. Что? Я ведь так рискую. Что? Что сказал? Ты что думаешь? Я это все сделал, чтобы сейчас ты мной играла, что ли? Держись! Что такое? Сиди! Что ж такое? Что ж такое? Я же говорил, он меня чуть не задушил. Ну, к отцу чуть не рассчитала. Победителя не судят. А вы плохо бегаете. Не думали заняться спортом? Вот. Так. А, вот и они, целые, невредимые. И обе вместе. А тут третью, которую вы купили, возьми себе. Это твой приз за лучшую женскую роль второго плана. Провокаторша. За это грудь не сажают. Я только никак не могу понять, кто посылал торты. А теперь какая разница? Вы, как всегда, правы. Да. Добрый вечер. Здравствуйте. Нашли убийцу, и Сергея отпустят сегодня. А я вам возвращаю рукопись Жанны. С нее сняли копию для полиции, а ваш экземпляр, что называется, именной. Как вам это произведение? Да, интересная книга. Да, эти все вампиры такие отвратительные. Да, неприятные. Вы даже не читали книгу.
Вы так не простили Жанну, как меня. Вас я простила. Вы не виноваты. Вас использовали. Ведь это вы пристали торты. Хотели просто напугать или действительно планировали отомстить? Из-за этих таблеток я потеряла последнюю возможность иметь ребенка. Конечно, я хотела отомстить. Тогда вам сильно повезло, что вас опередили. Но я не решилась. Вы об этом скажете полиции? Вам с мужем и так сильно досталось. До свидания. Добро пожаловать в наш коллектив. Мы очень рады сотрудничать. Ну, я вам сейчас дам список клиентов. Одну секундочку. Спасибо. Нет. Вот этот. Дай, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Шпионите за мной? Нет. А, хотите сказать, вы сюда случайно попали? Вовсе нет. Скажите, а почему вы не в новых туфлях? Ах, так вот оно что, туфли. Дарья, это наш новый пластический хирург. Борис Кочкин. Пожалуйста. Спасибо большое. Товарищи офицеры? Да. Ты что так вырядился? Сегодня же этот забег, марафон же. Я дал отбой. Не будем мы этими глупостями заниматься. Дел полно. Все свободны. Я что-то не понял. Шеф рассказал о марафоне министру. Ему приказали возглавить забег. Кому? Шефу? Шило! А что смешного? Настроение хорошее. Дело раскрыли. Ты давай не расслабляйся. Там звонок поступил. Дуй на место преступления. Адрес дежурки возьмешь. А можно ехать домой, переоденусь. Да ты и так отлично смотришься. Да.